Всем здорово! Сегодня я сделаю обзор на Nissan 300ZX Z31 кузов, 31 кузов 89 года, Twin Turbo, 3 литра на механике, 5-ступенчатая. Он у меня в эксплуатации уже с 2010 года, но последние года 2-3 я им не занимался. Последние года 2, да, вот начиная с 2013 года, с лета, я начал более-менее подходить. Мы поменяли полностью поршня, шатуны, кольца, заменили их, масла поменяли, двигатель вытаскивали, поменяли сцепление, ферродо, выжимной диск, ремни поменяли, также все какие-то старые детали заменили на новые, вынимали весь мотор полностью, ставили, красили полностью моторный отсек, вот, ядовито-зеленый. Потом также радиатор родной остался. Вот его толщина, где-то сантиметров 8 толщина. Также будем делать двойной вентилятор с охлаждением, наилучший. Здесь в основном все осталось так же. Это двигатель VG30 DET, 280 лошадиных сил в стоке, 18 диски, двери без ручек стоят, также съемная крыша, сейчас мы покажем. Вот наша крыша снимается, можно убрать и ехать как в кабриолете. Стекла все целые, полностью все, хотя машина 89 года. Салон весь я разобрал, снял торпеду, обшивки, сиденья, обшивку верхнюю, все закрасили в зеленый тоже цвет, здесь мы докрасим. Двери тоже все сняли, все будет как под капотом, все будет зеленое. Также вверх тоже все закрасили. Машина делается под дрифт. Также вот скоро будем делать алюминиевую торпеду. И вот на днях машина уйдет в кастом гараж. И будут ее оснащать. Сейчас покажем чем. Фары я снял. Ну что, фары здесь в нашей стране изуродовали. А родных фар найти тяжело. Будем что-то делать, снимать с какого-нибудь Nissan, либо с SX, либо со Сильви, либо найдем родные фары. Также вот сзади интеркулер стоит родной. Вот сняли колесо, сейчас поеду, как резину поставлю, чтобы отвезти, на днях на эвакуатор загнать и отвезти ее в гараж. Вот здесь, так сказать, все родное, как было. Также будут заменены потом вся ходовка, это все будем дооснащать и будем снимать видео, то что мы делаем. Здесь тоже вот так, что у нас здесь, топливный датчик с армированными шлангами, фитингами. Потом идет бачок алюминиевый под радиатор. Потом идет тахометр Apexi. Потом вот идет шланг 10-метровый. Он идет на маслокулер. Сейчас мы покажем вам. Вот сам маслокулер. Сейчас мы его вскроем. Вот сам весь маслокулер. Все новое. Привезли с Новосибирска. Еще в том году. Но времени не было. И будем готовиться в этом году. Хотя бы, может, под конец сезона выйдем. Но не будем загадывать. Так как постройка корча — это непредсказуемые дела. Думаю, что выйдешь сегодня, а выезжаешь только через год.
Я думаю, у кого есть собственные проекты, тот понимает всю сложность этих дел. Также вот с выносом масляного фильтра наружу и поддатчики, все масляно. Также фитинги здесь все есть. Также сзади тоже все закрасил, закрашено. Все мы сняли. Руль BBC родной. Ну, как поменяли. Так. Также большой интеркулер под нашу... Сейчас. Уберемся. Так, вот интеркулер лежит. Вот он. Ну, он не маленьких размеров, но такой как среднячок. Вот сравним его. Ну вот, тряпка есть. Больше здесь не с чем сравнивать. Пайпинги все есть. Завтра загоняем. И так сказать... С каждым то, что будем делать, будем снимать, здесь, как показывать, согласовывать с вами, будете оценивать. Постройка идет, но идет не быстро. Но все же есть чем как занять свободное время. Бампера это все есть. Я перед отгрузкой все также засниму, покажу, как мы ее отдаем, как мы ее заберем. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, ждем продолжения.